Друзья, всем огромный привет! Я хочу поговорить с вами сегодня про пряные, горячие, согревающие ароматы, потому что именно зимой хочется носить как можно больше таких насыщенных, теплых, тягучих немножко парфюмов. Поэтому я из своего парфюмерного гардероба выбрала 10 ароматов, которые, мне кажется, идеальным образом подойдут нам сегодня в нашу с вами подборку. Ссылочки, конечно же, оставляю внизу в инфобоксе, поэтому обязательно заходите и смотрите. И, конечно же, напоминаю про свой минус 10% промокод в интернет-магазине парфюмерии и косметики rendezvous.ru. Ну и, конечно же, по традиции вы можете сейчас наблюдать его на экране. Итак, первый аромат, с которого я хочу начать, это аромат всей моей, наверное, ну практически всей прошлой зимы. Я его очень люблю. В последнее время мало вам о нем говорила, потому что просто было не его время, но сейчас наступили холода. Конечно же, я очень хочу отметить аромат от Ксержов из их кофейной линейки. Это аромат Golden Dalach. Он потрясающий. Это экзотические специи, немножко со стринкой. Дальше они переходят в корицу. Корица здесь приобретает такой вишневый оттенок. Аромат очень обволакивающий, аромат согревающий, очень шлейфовый, комплементарный, заполняющий собой все пространство. Чуть-чуть, кстати, мне кажется, перекликается он с Тони Айоми, который я тоже очень сильно люблю, но ношу его исключительно, знаете, под такое то ли дерзкое, то ли праздничное настроение. Хотя вот муж у меня Тони Айоми носит на каждый день, поэтому если вы любите такие насыщенные, густые, с характером ароматы, обязательно присмотритесь к Golden Dalach и к Тони Айоми, конечно же. Аромат, который сейчас мега популярен. Я думаю, практически все знакомы с данным ароматом, но если вдруг вы с ним не знакомы, то обязательно обратите свое внимание, хотя бы пробник себе закажите, подойдите в магазине, с ним познакомьтесь, потому что это потрясающий аромат. Это, конечно же, Kilian Angel Share. Аромат, с которым я познакомилась не так давно, из игры «Восьмое чувство», за что, опять же, ей благодарна. Это, конечно же, тот парфюм, который мне очень хочется иметь у себя в коллекции в полноразмерном красивом флаконе, но стоят они достаточно дорого. Поэтому, честно признаться, я еще не уверена, что у меня будет полноразмерный флакончик. Но, что могу сказать, вот Angel Share немножечко перекликается с Golden Dalach, предыдущие ароматы, о которых я вам рассказывала, но Angel Share, на мой взгляд, он немножечко помягче. Здесь теплый такой согревающий старт алкогольный из рома, дальше у меня такое ощущение, как будто бы в стакан с ромом положили пару столовых ложек густого такого вишневого варенья с косточкой, но здесь миндаля, я бы не сказала, что здесь миндаль ощущается, но вишня здесь очень яркая, очень сладкая. Сладкая, очень тягучая. В базе чуть больше добавляется древесных именно оттенков, но я вам очень рекомендую, что Golden Dalach, но он более такой поострее, скажем так, да, Angel Share, потому что, мне кажется, это хит, это аромат, который сейчас популярен плюс-минус так же, как и Ганимед и Бакара, по моим личным наблюдениям. Поэтому, если вдруг вы сомневались, стоит вам пробовать данный парфюм или нет, то, конечно же, я вам его рекомендую. Но смотрите, тут может появиться такой момент, что вам срочно нужен будет флакон. Также хочу отметить аромат от Exne. Я вам уже несколько раз говорила о том, что мне безумно понравился их аромат Atlas Fever, и, конечно же, мне очень его хочется, но я нашла ему более бюджетную замену, о которой я вам потом обязательно расскажу. Кстати, нашла я ее благодаря своим девочкам, они кидали мне в телеграм-канале фотографии, рекомендации, попробовав данный парфюм, поэтому огромнейшее спасибо за ваши рекомендации, всегда к ним прислушиваюсь. Экономили энную сумму денег в моем кошельке, но аромат, который мне также очень хотелось попробовать из вот этой их более дорогой черной линейки, это, конечно же, Amber Sky. Вообще думала заказывать полноразмерный флакон вслепую данного аромата, но отзывы на данный парфюм делятся 50 на 50, поэтому я решила начать с пробника и на самом деле не пожалела о том, что я заказала себе пробник, а не полноразмерный флакончик и даже не travel версию, потому что travel у этой именно линейки, они тоже достаточно дорогие, где-то там, наверное, около 4-5 тысяч, ну что-то в районе этого. Аромат, который, на мой взгляд, все-таки больше и лучше, наверное, будет раскрываться на мужском плече, поэтому после того, как я вам расскажу о нем видео, скорее всего, он поедет к моему супругу в парфюмерный гардероб. Здесь очень яркий старт из кориандра. Также здесь присутствует мускатный орех, который очень ярко ощущается в данном аромате. То есть аромат действительно специевый, он немножечко острый. Я бы даже сказала, что он чуть-чуть грубоватый. В базе, конечно же, он становится более мягким за счет того, что здесь добавляется амбра, здесь добавляются бобы танка. Но я здесь очень ярко ощущаю присутствие каких-то чуть-чуть таких вот кожаных оттенков. Если вам интересен был этот аромат, если вы любите специи, если вы любите напор, то настоятельно рекомендую его попробовать. Но вот лично носила бы я его, наверное, нет, потому что даже для меня, несмотря на то, что я очень люблю унисекс ароматы, он немножечко too much. Но если вы мужчина и вы ищете себе какой-то классный
стойкий шлейфовый аромат с характером, с напором, то обязательно обратите свое внимание на Amber Sky. Также, что касаемо таких ярких, напористых, сшибающих все и всех на своем пути, хочу вам, конечно же, показать свою новиночку от Arabian Wind. Да, ароматы чуть-чуть перекликаются с другими популярными ароматами, но все равно здесь есть свое я. То есть эти ароматы, нельзя сказать, что они копия там какого-то другого аромата. Они все индивидуальные, но есть у них общее направление. Сейчас я хочу отметить, конечно же, аромат, который называется Arti Tobacco. Я разнашивала его дня, наверное, 4 и с удовольствием выходила с ним на улицу. Когда вы наносите этот аромат, он такой очень напористый, здесь очень много специй, здесь очень много корицы. Также здесь очень ярко ощущается гвоздика, именно как пряности. Потом уже ближе к базе аромат, конечно же, начинает смягчаться. Здесь начинает выходить вот это вот классическое звучание ванили, табака и бензоин. Характеристики у данного аромата просто потрясающие, потому что ваши вещи будут пахнуть до самой стирки на коже, на самом деле. Очень долго сидит этот аромат. Он подойдет, опять же, как мужчинам, так и женщинам. Он в духе табак-ваниль, но, на мой взгляд, табак-ваниль, он более мягкий. Я сейчас говорю про аромат от Tom Ford. Потрясающий аромат. Если вы любите специи, если вы любите яркие, острые, табачно-ванильные ароматы, обязательно обратите свое внимание на Arabian Wind Arti Tobacco, потому что стоит он гораздо бюджетнее, чем табако-ваниль. И это не клон, это не копия. Вообще, конечно, Arabian Wind молодцы, потому что действительно очень хорошие, очень удачные новинки у них в этом году. Также, конечно же, очень хочу отметить аромат от Diptyque Odele. У меня это именно в туалетной воде. У меня также был пробничек аромата Odele именно в парфюмерной воде. Немножечко в парфюмерной воде он идет помягче, но я люблю именно туалетную воду. Здесь очень красивая ваниль, здесь очень красивая смолистость, здесь есть эльми, здесь есть бальзамность. Он действительно потрясающий, он легко носится как летом, так, собственно, и зимой, в зависимости от того, сколько вы его на себя нанесете, потому что я изначально покупала его летом и носила спокойно его летом, потому что в нем нету вот этой вот супер плотности. Именно смолистость очень хорошо здесь ощущается, технические характеристики у него замечательные, но он не будет вас душить, он не будет вас прибивать, и, конечно же, ближе к базе он становится более такой, более мягкий. Поэтому, если вы думали над Diptyque Odele, туалетная либо парфюмерная вода, без разницы, я вам настоятельно рекомендую попробовать, но парфюмерная вода, она немножечко, парфюм я имею в виду, он немножечко все-таки помягче. Очень хочу отметить свой любимый Ани, я уже много раз вам за последнее время показала этот аромат, и не перестану его показывать, потому что по рекомендации своей замечательной зрительницы Виктории, еще раз хочу тебе сказать спасибо огромнейшее, купила этот аромат, вообще ни капли не жалею, потому что это очень красивый аромат, здесь есть характер за счет того, что здесь есть имбирь, здесь розовый перец, цитрус, опять же, смолистость, много ванили, очень красивый, он стойкий, он шлейфовый, он комплементарный, и он очень красиво раскрывается именно в холодное в зимнее время года, хотя вот я прохладными летними днями спокойно тоже носила этот аромат. Также присутствует в пирамиде черная смородина, по-моему, и роза, но их я на себе не ощущаю. То есть для меня это аромат больше про бергамот, про ваниль, про такой острый имбирь и немножко древесных оттенков. То есть цветы на мне конкретно, на мне лично, не доминируют в этом аромате. Также хочу отметить, что у бренда появились версии X. Говорят, что они помягче. Попробуйте, может быть, вам понравится классическая Ани, а может быть, вам понравится версия X. Следующий аромат, который также хочу отметить, это синоним Оливер. У них безумно красивое распыление. Также уже много раз об этом говорила. Прям как нежнейшее облачко. Это тоже аромат в духе табака ваниль. Если, допустим, сравнивать Arabian Wind и синоним, то синоним гораздо мягче. И в базе он становится таким прям немножечко сливочным. Пока Диана, в общем, не сказала об этой сливочности, я даже как-то не обращала внимания, но у него достаточно яркий старт. Здесь тоже присутствует алкогольность, здесь присутствует корица с табаком, со смолистостью. В этом аромате все в балансе, то есть этот аромат не будет вас раздражать, он не будет вас бесить, он сидит как кокон, у него хорошие технические характеристики, он достаточно диффузный и он очень приятный для именно обоняния. Поэтому если вы ищете мягкий табачно-ванильный аромат, я обязательно рекомендую вам попробовать синоним Оливер. У них хорошие технические характеристики, звучание у них действительно очень достойно, поэтому попробуйте. Без Ателье Матери мы с вами тоже в последнее время не обходимся. Это аромат, который я также очень люблю. Для меня это исключительно зимний парфюм. По-моему, кстати, совсем недавно я вам о нем рассказывала. Это Bois d'Ambretta, аромат как раз-таки про амбретту. Здесь есть ангелика.
Здесь есть также имбирь, и здесь присутствует молекулярность. Но на мой нос здесь также немножко как будто бы присутствуют ирисы, потому что чуть-чуть, совсем слегка, здесь есть ощущение морковности. Также здесь есть, конечно же, черный перец. Только дорогое, красивое, качественное звучание, поэтому я обязательно хочу, чтобы вы познакомились, хотя бы подошли, просто послушали. Я знаю то, что в офлайн можно послушать ароматы именно в молекуле, собственно, где я их изначально приобретала. Это ароматы политкорректные. То есть, когда вы их наносите, да, они достаточно такие яркие, но потом со временем они успокаиваются, они сидят на вас действительно весь день, но они не орущие, они не кричащие. То есть это те парфюмы, которые спокойно можно носить в офис. И сначала он такой острый, особенно я люблю ощущение, когда ты наносишь этот аромат на себя и выходишь с ним на улицу, еще прохладнее становится, а потом он начинает с тобой играть, щекотать тебе нос. Ну, очень красивый аромат, я искренне вам его рекомендую. Также хочу отметить аромат, который безумно любит моя мама, я тоже его люблю, но флакона полноразмерного у меня нет. У меня есть от Левант из маминого флакончика. Сразу же после первого пшика влюбилась в этот аромат. Это мой любимый бренд Карла Барселона. Аромат, который называется Рима 11. Это тоже такой специевый, пряный аромат, но он мягкий, он женственный, он как глоток шампанского игристого, он как хорошее настроение. Я также уже об этом говорила. Ощущение имбирного пряника, корицы, цветочность присутствует в данном аромате. Единственное, что я могу сказать про Рима 11, я, конечно же, рекомендую этот аромат. Я вообще, в принципе, рекомендую вам Карнер Барселона, потому что у них очень большое количество классных парфюмов. Также, если взять, например, один из самых популярных также у них ароматов, это Пало Санто. Очень красивый сейчас как раз-таки атмосферный, такой согревающий, мега уютный аромат. Если, кстати, не пробовали, то обязательно попробуйте. В нем есть и Пало Санто, в нем есть немножечко ощущение алкогольности. Ну, то есть, действительно, очень атмосферный такой, поистинному зимний парфюм. И для меня он как раз-таки пахнет имбирными пряниками. Поэтому Пало Санто я, конечно же, вам рекомендую. Тардес, мой любимейший, обожаемый, тоже вам настоятельно рекомендую. Аромат на тему женственности, аромат на тему ухоженности и Рима 11. Но Риму я бы все-таки, наверное, рекомендовала пробовать. Он не напористый, он не назойливый, он мягкий. Старт у него чуть-чуть рисковат, но потом он становится очень таким носибельным, я бы даже сказала, политкорректным. Его нужно будет обновлять в течение дня, но, по крайней мере, на моей коже он сидит не очень долго. То есть это, наверное, где-то около 4-5 часов. В принципе, для меня, для моей кожи, это хорошая стойкость, но нужно смотреть, как все будет раскрываться индивидуально. Но я также рекомендую вам к нему присмотреться. Не самый популярный аромат, но если, опять же, ищете ароматы такого праздничного настроения, Нового года, чуть-чуть имбирных пряников, чуть-чуть мускатного ореха, кардамона, то вам сюда обязательно его попробуйте. И оформление флаконов у Карнер Барселона тоже мне безумно, конечно же, нравится. И последний аромат, о котором вам хочу рассказать, это, конечно же, лабораторию Альфатива Ван Хер. Обожаю этот аромат. Если вы не любите амбро-деревяшки, то вам смотреть сюда не надо. Но для меня это настолько красивая, необычная молекулярная ваниль. Здесь огромнейшее количество перца на старте. Здесь и черный перец, и ваниль, и тоже смолистый здесь присутствует. И достаточно большое количество деребяшек. И молекулярность, по-моему, тоже есть в этом аромате. Он магический, на самом деле, аромат, потому что нашел из пробника, вообще он на мне не держался, хотя был пробник оригинальный именно от бренда, но после того, как я купила себе флакон, я также по привычке полилась этим ароматом, как из пробника, хотя у пробника было хорошее распыление, чтобы вы понимали, то есть это не там, не три капли на тебя брызнуло, и ты вообще не понял, что произошло, у него был хороший дозатор, я нанесла на себя столько же пшиков из флакона, честно, он меня прибил, придушил, и мне было очень сложно с данным ароматом. Если вы на него не обращались свое внимание. Если вы любите, опять же, ароматы с перчиком, потому что здесь в прямом смысле присутствует перец. Если вы любите ванильные, если вы любите амбро-деревяшистые ароматы, то обязательно обратите свое внимание на Ван Херу, потому что я, конечно же, ее обожаю, и он сидит круто, кстати, не только зимой, он также очень красиво раскрывается холодными такими осенними ветреными днями. Неважно, сухая осень или такая мокрая, он раскрывается в любое время года. Мне кажется, прекрасно. Летом, признаться, не пробовала его носить, но обязательно это исправлю. Но я вам рекомендую, также уже много раз вам об этом аромате говорила. В прошлом году, конечно же, говорила, потому что тогда, в прошлом году, он просто покорил мое сердце, и я поняла, что я не могу без него жить. И оформление, кстати, у флаконов, если вдруг вы надумаете на подарок, очень красивое.
Итак, друзья, на этом все. Я надеюсь, то, что видео вам понравилось. Пишите, пожалуйста, внизу в комментариях свои любимые пряные, согревающие, такие прям горячие ароматы. А те парфюмы, которые будут еще больше добавлять уюта холодными, морозными днями. На этом я буду с вами прощаться. Огромнейшее спасибо вам за внимание. Огромнейшее спасибо вам за время, которое вы мне уделили. Я вас обнимаю, целую. Пока-пока, до новых встреч.